давно в Саратовском царстве-государстве жил-был маленький мальчик Ваня, и мечтал он о Мерседесе. Мальчик вырос и... Его мечта исполнилась. Привет, мои дорогие. Знакомься, Евгений Дмитриевич, нынче ставший достаточно редким зверем в наших краях, Mercedes-Benz W123 Coupe. И у вас сейчас наверняка куча вопросов в голове. Зачем, откуда, почему, для чего? Все вы позже увидите и поймете. Сейчас же мы с вами отправляемся на его родину. Как ни странно, это Таганрог. Ведь именно там он прожил свою достаточно большую жизнь. И именно там я его нашел. Приятного просмотра. Погнали. Но перед тем, как мы с вами отправимся в Таганрог за Евгением Дмитриевичем, внимание! Кедр решил сделать для вас просто бомбический подарок. Вот этот набор для сварки. Крутейший сварочный аппарат Ультрамиг, который варит в различных сварочных режимах и электродами, и в газовой среде. И, кстати, у меня точно такой же сварочный аппарат, которым я варил старый Мерин. Профессиональная маска сварщика ProVision K304. Ну и, конечно же, сварочная проволока для того, чтобы вы могли сразу максимально погрузиться в сварочное искусство. Для того, чтобы стать счастливчиком и возможным обладателем его, тебе нужно всего лишь навсего пройти в описании или в закрепленный комментарий, ознакомиться с условиями, они просто элементарные, выполнить и ждать. А ждать совсем недолго, потому что это прям вот-вот-вот уже и произойдет. Поэтому не откладывай, прямо сейчас все делай и жди. Возможно, это просто бомбический, повторю, это очень крутой набор, по сварке будет двоим. Все, поехали в Таганрог. Ну что, ребятки, вот мы и в Таганроге. Точнее, окраина Таганрога. Прибыли на место. Да? Уже сейчас будем грузить. Стенсуха. Едем в ГАИ. Важный момент. Я сразу договорился, чтобы мы прямо здесь поставили ее на учет уже на меня. И люди согласились, как бы есть у них возможности. И, собственно, мне уже все. Ну что, ребят, поздравьте меня. Номера получены, тачка на мне на учете. Не стал вообще снимать никакого этого процесса от греха подальше, потому что, знаете, когда человек с камерой ходит и начинает снимать что-то, начинают возникать различные вопросы. Собственно, все, тачка на учете, кайф. Теперь осталось собрать подкат, да, потому что я повезу ее на подкате своим ходом. Была, конечно, такая мысль, но нет. Лучше на подкатике спокойно покатимся, благо машинка позволяет. Все, собираем подкат и едем. Сделано. Тачка на подкате. Ребят, я очень боюсь подкатов, потому что у меня два раза уже слетали тачки на поворотах. Ну, прям вот вообще не очень история. Но уже на опыте тех предыдущих падений я все привязал. Тут плюс еще лебедка есть, лебедкой подтянул. Надеюсь, что все будет огонь. Потому что было... Вы скажете, почему не отвезти на эвакуаторе? Был такой вариант отвезти на эвакуаторе. 53 тысячи стоит из Таганрога.
Я прикинул, подумал, что типа я приеду и за одну машину учет поставлю, ну и как бы сэкономленные деньги, заработанные деньги. Поэтому подкат. Ну что, пожелайте хорошей дороги. Я надеюсь, что все будет огонь. Единственное, колесо подскучит. А, и вам подготовка здесь. Все будет огонь. Поехали. Доехали. Ребята, это, конечно, вообще полный трэш. Мы попали в первый снегопад. Это постоянно летящий из-под фур вода, нифига не видно. Вся машина, вон, видите, в каком состоянии. Это еще с нее сейчас, мы пока по Москве ехали, слетела. Вот фотка, когда ее на пункте, на пропускном терминале фотографировал. Тяжело. Тяжело, конечно, но опыт получен, как всегда. Опыт такой, что, знаете что, ну его нахер, как бы 1100 километров с подкатом ездить, потому что напряжение постоянное, вот. Но дело сделано, и, собственно, что, мы с вами прощаемся до мойки, и помоем, почистим, и тогда я уже вам все покажу и расскажу, что там по салончику, что по мотору, попробуем запустить, в общем, все, как обычно, в «хочу такую тачку». А? Колесики-то оригинальный Мерседес. Но, господи, какие они маленькие в этих арках. Просто вот прям пуговки. Пуговки. Сюда, конечно, идеально мои кастомы подошли бы. Не знаю. Может быть, надумаю сделать сюда кастомы. Посмотрим. Короче, сейчас вообще мысли не об этом. Я его в Таганроге пытался запустить. Сейчас еще раз попробуем с Лехой вместе. Взяли нормальный новый аккумулятор. Нальем антифриз, потому что до этого ребята мне присылали видео, в принципе, где тачка на ходу ездит. Короче, попробуем запустить и доехать своим ходом до сервака. Не получится, пофиг, сейчас на трос зацепим, нам ехать недалеко. И, собственно, там уже будем смотреть по состоянию самой тачки. Самому интересно, капец, потому что это прям, вот знаете, покупка не глядя. Вот увидел объявление, увидел стоимость, о которой я скажу вам позже. Но, поверьте, она очень сладкая. Вот, и я вообще без раздумий просто куда закинуть аванс, все, я выезжаю и забираю тачку. Давайте пробовать запускать. Момент истины! Ну, я, кстати, думал, что здесь этот, Кайет-Джетроник, а потом я посмотрел, там обычный этот карбюратор Стронберг стоит. Поэтому у нас есть Андрей.
Андрюху позовем. Не хочет. Че, может, с быстрого старта попробуем еще? Давай. Фига тут, слушай. Че, масло тут, что ли, да? Смотри. Быстрый старт. Покинул. Еще побрызгаем. Все получится. Надо, Лёх, чтобы ты брызгал. А попробуй вот так прям ее туда засунь в дырку. Все, убирай. Нифига ничего не получается. Да и дождь начинается, поэтому давайте на буксир, в сервак, а там уже и посмотрим в тех состояний. Может быть, есть фортанет Андрей, хотя сегодня выходной, праздник. Может быть, Андрей получится приехать и что-нибудь с карбюратором попробую поделать. Поехали. Алексей, и так сойдет. О, я думаю, мне пора. Дворники тут, конечно, просто божественные. Собака же запотевать начала. Добрались. Постоим чисто с пацанами, да, с нормальными, с мерседесами, с такими. Кстати, гелик Ромки, который, помните, нам на Старый Мерин делал проводку. И, кстати, у него есть канал на YouTube, я напоминаю, где он интересные штуки рассказывает про ремонт мерседесов, проводки. И у него там офигенный проект 124-й Волк Универсал. Короче, это вообще бомба, там он все внутри переделал, всю электрику, это очень круто, зайдите, посмотрите. И, кстати, если мы затронули тему Старого Мерина, ребят, это вообще просто, как можно быть такими, ну, камон, я не знаю, чего не слушаете и не смотрите, вообще, для кого я это все рассказываю, непонятно. Вид Старого Мерина, тот самый ротлук, который, вот, можете видео посмотреть, это тот вид, который, стиль, который я хотел воплотить в одной из своих, в одном из своих проектов. И я, собственно, это сделал. Это не говорит о том, что это конечный результат. Конечно же, Старый Мерин будет приводиться просто в идеал. И, кстати, этот Мерседес этому поспособствует, потому что я хочу на нем заработать денежку и на эти деньги пошить салон на Старый Мерин. Это сейчас стоит очень дорого. И повторю, это, конечно же, не конечный результат. Это моя мечта. Ротлук. Все, сделал, иду дальше. Вот. Мне вот это, знаете, я 3 года потратил на то, что смотрел контент и, типа, получил вот этот результат. Ребят, я 3 года вам показывал тот контент, которого вообще на русскоязычном ютубе нет. Вы не найдете нигде такого подробного описания, как работать с металлом и восстанавливать все эти элементы кузовные. Вы вообще о чем? И это вообще моя машина, что хочу с ней, то и делаю. Все, я все сказал. Ну а что, стоим-то? Стоим, ждем, когда подъемник освободится. Потому что биток, потому что очередь, потому что запись, потому что все занято. Сейчас подъемчик освободим. И
и загоним. Ну и пользуясь случаем, кузовной, слесарный ремонт, покраска, автосервис Custom Box ждет вас. Все в описании. Ждем. Ну что, дамы и господа, я официально вам хочу сказать, что это самый живой автомобиль возрастом 46 лет, который я когда-либо видел. Все-таки южный климат дал о себе знать. И, конечно же, заботливый хозяин, который залил просто вообще все, что только можно. Все пороги залиты маслом. Все везде вот этим гудроном, все промазано какой-то мовилью, мастикой. В общем, я вот два подозрительных места ремонтных нашел. В остальном он просто идеальный. Там нет вообще нигде, ни даже намеков никаких на гнилуху. Где-то местами чуть-чуть содрало вот этот вот защитный слой. Ржаветь чуть-чуть начал, но это прямо вот в двух местах локально. И в целом это просто бомба. Ну, честно, я вообще очень удивлен. Леха вон тоже ходит, говорит, нифига такое вообще реально. Просто тачка 77-го года, и она такая живая. Все вот эти штамповки, все заводские карманы, кармашки, карманы. В общем, все-все-все прям вот как должно быть. И пороги не переварены. Я и удивлен, и счастлив одновременно. Круто, очень круто. Ну и мы наконец-то добрались с вами до салона. Салон, конечно, я бы не сказал, что зеленый цвет мой любимый, но он, хочу заметить, практически в идеальном состоянии. Вот, правда, водительское кресло под чехлом, как и задний диван, но судя по тому, в каком состоянии находится пассажирская передняя, дверные карты, бомба. Тут, конечно, есть нюансики по дереву. Конечно, поменять какие-то колхозные штучки стоят, какие-то переключатели, тумблерочки, все это уберу, поставлю как должно быть, и, наверное, похимчистим даже его чуть-чуть, и будет просто пушка. А, и еще, кстати, как вам малышки на бардачке? Леха не выдержал. Говорит, хочу снять задний чехол. Передний мы уже сняли. Хорошо, ага. Да. Первая оценка, ну, страшно, пока страшно. Но я верю, у тебя все получится. Слушай, мы посмотрели по кузову, он просто в идеальном состоянии. Но это самое главное. Да. Это самое главное. Остальное, в принципе, все исправимо. Что, ну вот я не знаю, очень многие с этими серпами гоняются. Я их оторвал и выкинул нахер. Ну вот, кстати, да, мне тоже Пашка сказал, что типа их снять и на вид выложить. А у меня, по-моему, в гараже не валяется, я тоже снял их. Ну, некрасиво это. Ну, кстати, могу сказать, что на 2.3 модели не должно быть хрома. Вот здесь вот. Где? Вот здесь вот. Только на 2.8 на старших моделях хром будет. Под фонарями. Под фонарями? Да, они обычно идут просто черные. Но красиво. Бампер вообще, я не знаю, это просто три пакета. Это AMG, брат. Какой-то AMG, это Carbon Piper. Спойлер, AMG. Этот? Да. Это Ara Moto Garage, да? Тём, как салончик. Салон бомба, да? Мы сейчас чехлы сняли вон. Да, и ковры, короче, вытащили, потому что сыроваты они были. Такое. Головная боль? Это нет,
подсос. Электрический подсос. Там спиралька стоит. И она регулирует заслонку в карбюраторе. Когда холодная, она нагревается и открывает заслонку. То есть когда холодная, она открыта чуть больше. Он нагревается. Да, 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 да. Спиралька нагревается металлическая, она сжимается, заслонка подзакрывается. То есть они так вот реализовали заслонку, подсос, чтобы не было ручки. Здесь в карбюраторе необходимо заливать АТФ-ку, ну обычную, как она называется, Экстром 2, 3, потому что там заливается сама эта жижа, и там гидравлический поплавок, чтобы на кочках поплавок не бултыхался вот так вот, и он жижей гидравлической выравнивается. Но крышечка вот эта вот не родная, это уже какой-то колхоз, но в общем-то должна быть желтенькая, маленькая, но... Ну а как в целом карбюратор, нормальный? Карбюратор, если он работает, он хороший. И он очень надежный. Если он начал отрыгивать, судя то, потому, конечно... Потому что у нас машина не запустилась, он не особо работает. А, не завели ее, да? Нет, она почихала, мы этим быстрым стартом. Тогда вам нужен очень хороший карбюраторчик, ну, который... Ну вот Андрей у нас приедет, будет Потому что этот самый, менять его на что-то другое, но мы теряем аутентичность, ставить туда Solex какой-нибудь. Не-не-не, да. Это вообще здесь исключено. На него очень мало комплектов, но все поправимо. Что ты там нашел? Здесь? Да. Колодка диагностическая. Твоя любимая, да? Обожаю. Особенно аналоговая диагностика. Такая шикарная. В общем, бесполезная вещь, но иногда бывает нужно. А что по ней можно продиагностировать? Просто электрику, цепь электрическую? Обороты. Нет. Только обороты двигателя, да? Наверное. Выставить трамблеры и больше ничего. Тут не получится сделать. Хочется, чтобы механическое, чтобы вот эти вот были, эти штуки, не сорвут, палку подергать. Тем более, что понятно, что не каждый день на таком ездит. Это здорово. Мотору? В принципе, что это за мотор? Это 115-й. Это М115, 2.3, карбюратор. Мотор очень хороший, 109 лошадиных сил. Тяговитый, низкооборотистый. Едет очень хорошо. Ну и общий вердикт твой какой? За миллион заберешь ее у меня? Нет, нет. Ой. Ты же уже такой же продавал за 2.7. Тут в легкую добавить и все, и за 2.7 еще один продаж. 2.7 это был другой автомобиль, не такой. Получше немножко. Не, ну если ты говоришь, что он снизу живой, то машина очень потенциальная. Очень потенциальная. Живой прям вообще, я сам очень люблю. Ну тогда это прям вот надо прям беречь его. Ну типа если его думаешь покрасить, вот типа миллион он будет стоить? Да. Если нормально привести его в порядок, причесать, прилизать, грязь убрать, все, вот эти все косяки убрать, да, он будет стоить миллион, он будет стоить дороже. Береги стекла, оба, что заднее, что переднее, потому что от седана не подходит. Переднее уже лопнувшее. Тогда уже ищи новое. Начинай прямо сейчас. Из Японии. Короче, береги, они разные. Ну все, огонь. Очень интересно было от тебя услышать резюме. Прицел тоже уже ищи. А я уже, ну я такой заказал, не оригинальный. Так, ну все, вроде бы все у нас разбежались в разные стороны. Жду Андрея. Пока жду Андрея, думал, здесь нужно поменять провода и свечи по-хорошему, да? И думал новые поехать купить, но потом вспомнил. У меня же на двигателя старого Мерина стоят абсолютно новые свечи, абсолютно новые провода. Я сейчас оттуда просто сниму и прикрутим их сюда. Андрюха приедет, сейчас пусканет. Расскажет. Он вообще, в принципе, сказал, что там какая-то есть штука, которая, скорее всего, не работает. Просто надо чуть-чуть там что-то подправить, и сейчас все заведется. Все, идем. Пока меняем свечи. Пошли, я взгляну, и все будет. Привет. Андрей, все повторяется, да? Да, как обычно. Ты в подвале и опять старый Мерседес. И очень быстро. Ну что? Все, сейчас заведем. Все заведется? Да. Только надо немножко подождать. Ты что, дай разобраться. Там двигаться что-то должно? Да. Там ничего не двигается. А что там двигаться должно? Плунжер какой-то? Да, плунжер как раз он включает топливо, которое должно подходить сюда. Но, так как вот эта запчасть ее заклинила. А из-за чего клинтер?
отклинит, потому что вода попала вот через отсюда сверху. И все там превратилось в ненадлежащий вид. Теперь надо вот это все снять, промыть, разработать, и он с полуоборота заведется. Okay. И вот это, собственно, сам механизм, все, да? Все заклинило, да. Вот он, да, то, что двигается. Да. И здесь стоят дырочки, которые идут для топлива, они забиты. Но сейчас мы все это дело сделаем. А вот он плунжер, который должен толкать бензин. Включение бензина, он не работает. Мы его сейчас... Промыть его надо весь сделать, и тогда будет все будет хорошо. Почти. Он прямо от руки должен пройти? Должен вообще легко прям. Просто легко. Работало. Все отлично. Собираем. Педаль газа в пол. Просто реально с полтычка. Как ты это делаешь вообще, скажи мне? Медленно, внимательно, уверенно. Ты же еще собираешься жить лет 150 хотя бы? Больше. Больше, да? Ты же понимаешь, что кроме тебя скоро вообще карбюратора некому ремонтировать. Есть еще. У меня здесь есть еще много. О, видишь, какие карбюраторы? Это от погрузчиков. Да? Погрузчики, ну, еще, кстати, да. Багажник Андрея видели? Если забыли, есть я вот напоминаю. Прибор. Ghostbusters. Туда. Может быть, охотник за привидениями, а не карбюраторщик. Да. Здесь все есть. Андрей, спасибо тебе огромное. Ты просто реально бог карбюраторов. Я быстрый. И самое главное, что я тебе, значит, хочу сказать. За эти годы для меня вообще родным человеком стал. Хватит, мы так родные. Все, спасибо тебе огромное. Отпускаю тебя, а я поехал кататься. Давай.